Спільними зусиллями Міністерство фінансів і Міністерство юстиції затвердили механізм автоматичного списання боргів з рахунків громадян. Якщо раніше така схема працювала лише у випадку стягнення аліментів, то з липня під ноу-хау вже підпадають боржники за послуги ЖКГ і порушники правил дорожнього руху, що не сплатили вчасно штраф. Автоматично лізти в гаманці громадянам вже можуть 7 банків. Ще півсотні фінансових установ перебувають на стадії тестування механізму. До сегодняшнего момента, чтобы взыскать какую-либо задолженность, нужно было потратить на этот месяц два. И именно путем направления бумажного документа в более 70 банков исполнитель мог получить информацию даже просто про наличие счета, потому что мы знаем банковская тайна и так далее. Теперь же Нацбанк обязал, скажем так, рассекречивать часть данных для исполнителей. То есть когда исполнитель, государственный либо частный, направляет на банки свой запрос в электронной должен быть форме о том, какие счета, их номера и остатки на счетах, банки уже должны будут предоставить эту информацию. Рішення уряду експерти вважають досить суперечливим, адже переважна більшість людей заборгувала за комунальні послуги не за власним бажанням. Заробітних плат та пенсій у незахищених верств населення вистачає в першу чергу на їжу та ліки. Проте автори нововведення не ділять людей на заможних та неспроможних. Разрешено теперь списывать долги из социальных счетов, из счетов, на которые люди получают социальную помощь, пенсии, в чем в обход соцстраха. То есть логично было, прежде чем списывать долги, узнать материальное состояние человека, если это действительно, например, пенсионер, который болеет. Ну вот, ну нет возможности оплачивать коммунальные услуги, потому что, ну, лекарства требуют всех денег. Такое же возможно, да, но наше государство в лице президента и правительства, они решили, что, ну, надо показать всем, это прежде всего МВФ, наши партнеры в Европейском Союзе, США, что вот мы пытаемся вот навести какую-то дисциплину в финансовых операциях. Мы понимаем, что растут тарифы, растут цены, но не растут ни зарплаты, ни пенсии. И люди накапливают эти долги явно не от хорошей жизни. И часто эти суммы, которые у них какие-то остаются, которые можно за квартплату отдать, да, они отдают за лечение, на образование там, своих детей, фонд школы, фонд класса и так далее. И, в принципе, залезть в их карман вот так, без их спросу, и забрать, ну, наверное, да, не совсем человечно, именно в наших реалиях государства. За словами фахівців, захистити громадян від автоматичного стягування боргів змогла б ефективна податкова реформа. Тоді заглядати в гаманці пенсіонерам не було б ніякої потреби. Останньою надією громадян, які підпадають під дію такого механізму, будуть суди. Якщо і вони дають зелене світло діям держвиконавців, то гроші у швидкому режимі змінять господаря.